Зона отдыха это вниз. Открыть крышку контейнера 9.11. Есть, открыть. Не понял. Открыть крышку 9 контейнера. Есть. Твою готовность. Ищем любой путь, но главное это батареи. Мы в течение вот 3 лет флоты не получают батареи. Было, в Союзе было 3 завода, остался один. Смысл такой, мы отработавшую батарею, с нее значит, свинец сдаем, сдавали в Усть-Каменогорск, они его перерабатывали. Или можно собирать. Я прошу, задачу не снимать. Зона отдыха, сама. Да, пожалуйста, давайте. Так, значит, давайте на 4 посмотрим. 10 минут. Есть. Так и не подумаешь, что мы... Это главная задача, чтобы не подумать. На торпедных аппаратах ночевали. Да. Товарищ министр обороны, докладывает командующий 2-й флотилии вице-адмирал Захаренко. Ракетный залп составляет 120 ракет. Торпедный залп составляет 118 торпед. Ракета-торпедный залп составляет 98 торпед. Ракета-торпед. Что позволяет уничтожить авианосную группировку на Камчатском направлении. 40 минников. По вашему приказанию, товарищ министр обороны, на подводной лодке 45-й дивизии могут загружаться ракеты гранат ядерной боеголовкой. Много кораблей стоит в ожидании ремонта. Выделить деньги, отремонтировать, вести состав. Сил постоянная готовность. Флот воспрянем. Вот, собственно, и все. Перелеты домой, чтобы не простаивать нигде. Начало.
конечно, удовольствия не получили за вас, только после того, как вышли из отпуска. Они, по-моему, пошли в отпуск в июне месяце. И отпуск весь они провели здесь. Не смогли вывести ни семью, ни детей своих. Не могли не приготовить они детей в школу отправить. В принципе, не было им денег, чтобы отправлять семью в школу. И деньги они получили только после того, как они вышли из отпуска. Они после неделю того, назад. Как они ушли туда. Неделю назад. Неделю назад. Так что денежное довольствие нам не платят. И никогда не платили вовремя. Это уже продолжается, ну, с начала года, наверное. Год. Такая напряженка с деньгами. А вообще-то уже больше. Второй год. С прошлого года, как деньги вовремя не выплачиваются. По идее, 14 числа должны платить. Но довольно-таки трудно. Заберут там министра, ребята, их заберут, он там отстреляет, сразу вот прокладки без.